На турецком курорте Аланья изнасиловали и ограбили российскую туристку. Об этом сообщает Харриет. По данным газеты, нападение было совершено вечером 18 декабря в районе Сики. Мужчина набросился на иностранку на улице и, приставив ей нож к горлу, совершил насильственные действия, а затем отобрал у своей жертвы сумку с телефоном и скрылся. Через несколько дней после того, как россиянка обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний местный житель. Отмечается, что полицейские остановили насильника на дороге, он ехал на том же автомобиле, что и в день совершения преступления. Суд принял решение об аресте мужчины, сейчас он находится в тюрьме. В сентябре сообщалось, что в одном из пятизвездочных отелей турецкой Анталии изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 15-летняя девушка обвинила в совершении преступления официанта, зашедшего к ней в номер. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.